Традиционно в первое воскресенье октября в нашей стране отмечается День учителя. В Белорусской государственной филармонии прошел праздничный вечер, посвященный этому прекрасному празднику. В зале собрались педагоги столицы, благодаря которым система образования Минска занимает лидирующие позиции в республике. Сегодня значимость роли педагога, наверное, существенно возрастает. Мы видим, насколько сегодня беспокоен мир, насколько серьезные вызовы сегодня стоят перед нашей страной и насколько ответственны для всех нас нести эту миссию воспитания подрастающего поколения и будущих граждан нашей страны. В преддверии праздника хочется сказать искренние слова благодарности. Обычное спасибо каждому из вас, который вносит настоящий вклад в нашу молодежь. Ну и, конечно, от лица Министерства образования мы отметим тех педагогов, которые являются лучшими. Но уверен, что многие из вас, которые находятся здесь, в зале, которые трудятся в наших учреждениях образования, тоже достойны этих наград. И мы со своей стороны будем делать все необходимое для того, чтобы труд учителя был по-настоящему ценен. В преддверии праздника лучшие представители сферы образования были отмечены высокими наградами. В этом году 5 столичных учителей удостоены нагрудного знака «Отличник образования». Данным знаком отмечают тех, кто внес значительный вклад в развитие сферы. В ряду профессиональных праздников День учителя занимает особое место, потому что учитель – это профессия особая, это профессия дальнего действия. Люди этой профессии своим трудом, каждодневным, профессиональным, творческим трудом формируют будущее нашей страны. Поэтому День учителя для педагога, и не только для педагога, для белорусского общества – это особая дата, к которой имеет отношение очень много людей. В системе образования города работает более 30 тысяч педагогов. Я с уверенностью могу сказать, что это высокопрофессиональные люди, преданные своему делу, которые позволяют системе образования города Минска занимать лидирующие позиции в нашей республике. А самое главное – воспитывать конкурентоспособных, развитых, востребованных выпускников. Учителям в День учителя я бы хотела пожелать в первую очередь здоровья, потому что здоровый человек – это счастливый человек. Второе – это семейного счастья, потому что когда женщина счастлива в семье, она будет счастлива и на работе. И самое главное – это творческих успехов. Желаю учителям гореть, творить, созидать. Я сегодня награждена нагрудным знаком «Отличник образования». Награда, наверное, самая ценная в моей жизни, очень важная. Награда за многолетний труд, практически 40 лет в образовании. Получаем удовольствие от работы, от общения с детьми, от общения с родителями. Педагог, ну, наверное, чтобы не быть такой голословной, если сказать, что это человек с большой буквы, наверное, это ничего не сказать. Учителям, наверное, здоровье прежде всего. Как сказал кто-то из великих, счастлив тот, кто счастлив дома. Я иногда ощущаю себя счастливой как дома, так и на работе. И чувствую, что вот работа – это мой второй дом. Поэтому желаю всем учителям не кардинально не делить работа-дом, чтобы было так же комфортно на работе, как и дома. После награждения прошел праздничный концерт, на котором учителей поздравили заслуженные артисты Республики Беларусь Жанет и Александр Солодуха. Дарья Шманкевич, Егор Машлякевич, Ульяна Просмыцкая, агентство «Минск Новости».